Что вероятнее? Что у него оспа, развившаяся после прививки, или же что он болен от вакцины? Есть доказательства рецидива рака? Дайте ввести интерферон. Если станет лучше, это и будет доказательством. Я даже надену ваш костюм космонавта и обещаю не целовать его в язвы. Он в стадии выделения вируса. Теперь я никого туда не пущу. Вот вам доказательства. Кровь в мочесборнике. Почки отключаются. Он на последних стадиях болезни. Если бы отказ почек вызывала оспа, кровь была бы коричневой. Но кровь красная, потому что рак вернулся. И это не оспа. Я вас не впущу. Значит, я сам войду. Вы ненормальный? Но я прав. Надеюсь, что вы правы. Потому что теперь я не могу вас выпустить.